Весь кемпинг! Султан Мурат! За мной! Вперед! Есть, вперед! Эй! Оп! Опа! Оп! Эй! Опа! Вперед! Вперед! Есть, вперед! Опа! Тик-т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 ик! Добрый дух родника, прими наш дар. Вернитесь живыми. С победой. Ой, наша географичка, Инкамалыджи. Видишь, сидит с мужем? Вижу. У меня это, между прочим, не для красоты приделано. Чтобы все мы свиделись. Аминь. Аминь. Да сбудутся наши желания. А все-таки зря ты ничего теплого не видишь. А зачем мне теплое? Ты мне пиши на вернемся. Булбул там шепсайра. Ну, старуха, ты меня здесь не забывай. А я тебе здесь молодого найду. Ну, я тебя. Эй, приеду сразу, я тебя так найду, что... Мамочка моя, сколько люди добра набросали. А монет-то, монет-то, смотри. Беж, давай немного возьмем. Зачем тебе? На базаре семечек купим, в тире стрельнем. Была не была. Листы я тебе за ноги подержу. Давай. А вдруг там в камнях змеи? Полтинник. Ух ты, серебряный. Давай еще. Ха! Браслет. Фу. Ну, нам это не нужно. Дай взглянуть. О, ведь это браслет географички. Ты помнишь, на свадьбе, как она плясала перед своим мужем? Ха-ха. Ну да, он еще и пел. Я голубь сизый твой, а ты... Вода холодная. А, пусть лежит. А зачем люди монеты кидают, тряпочки привязывают? А чтобы живыми с войны вернуться. А что, могут не вернуться? А ты что думал, что война – это игрушки? Как дадут из пулемета? Та-та-та-та-та! А мой отец, когда уходил, не бросил монеты. Твой отец – настоящий батыр. А бросать монеты – это невежество, темнота. Малышок, вспомни, что нам в школе объясняли про всякие там приметы и суеверия, а? Мать говорит, отец до зимы вернется. А как же? Да мы этим фашистам, знаешь? Тык-тык-дык, тык-тык-дык-тык-тык-тык-тык-тык-дык, оп! Тык-тык-дык, тык-тык-дык-тык-тык-дык-тык-дык-дык, оп! Господь, полору, Кутманелин, душмандануч, Thank you.
Совсем ты замерз, парень. Иди погрейся. Мы тут без тебя управимся. Угу. Иди. Угу. Индия расположена на Индостанском полуострове. Там никогда не бывает зимы. Необычайно разнообразен животный мир этой страны. Извините, прерву урок. Объявляется учебная тревога. Товарищ Шакирова. Ой, я не могу. Вы нарушаете установленный порядок. Наденьте противогаз. Хорошо в Индии. Тепло. А там, где отец, наверное, еще холоднее, чем у нас. Когда же он вернется? Товарищи, сегодня мы встречаем наших замечательных героев трудового фронта, главных строителей Большого Чуйского канала, который напоит водой жаждущую землю нашей республики. Мы гордимся их ударным трудом, их сахаровскими рекордами. Ура! Кому ты вздумал перечить, жалкий голодранец? Мне, парень, хозяину здешних гор и долин. Не буду я больше гнуть перед тобой спину, бать тебя! Получай! Пролетарии из всех стран, соединяйтесь! Покупайте билеты на лотереи от авиакина! Ой, а впереди Бигбай. Где? Ой, ой. Ты что, Бигбаев, заснул? Приятные сны видишь? Продолжим урок, ребята. Перед нами на карте Австралия. Еще более удивителен и неповторим животный мир этой страны. Возьмем, к примеру, кенгуру. Откройте книжки, посмотрите рисунок. Султан, ты кенгуру видел? Нет. Обезьяна-бегемота? Видел. И слона. Эх, счастливый ты. Если бы мой отец жив был, он меня тоже в город свозил на зверей посмотреть. Поэтому на теле матери кенгуру и всех других животных... Не горюй. Отец мой с войны вернется, он нас в зоопарк сводит. Бигбаев, разговоры. Алиев, сколько можно? В которой новорожденный живет, пока не подрастет и не окрепнет. Thank you.
части восточной глуши. Ребята, ребята, сядьте сейчас же. Садитесь. Султан Мурат, сходи за дровами. Внимательно делай, как я. Кали! Раз, два, раз, два. Кали! Вперед! Кали! Пойди сюда. Здравствуйте. Здравствуй. Сын Бекбая фронтовика, верно? Да. Опа, спасибо. Ростом в отца вышел, молодец. Куда собрался? За дровами, в классе холодно. А где ваш класс? Налево первая дверь. Угу. Вот что, ребята. Дверь закрой. Я сегодня пришел к вам. Бекбаев, сядь-ка на место. А что, печку не разжигать? Потом, потом, садись. Многие ребята вашего класса из Аила Куркуреу, то есть из колхоза Кызылберлик. Правильно? А мы из Маралдыса, из колхоза Кирова. А я в свете социализма живу. Хорошо, хорошо. Я знаю, что вы собрались здесь из разных аилов и колхозов. А пришел я поговорить с теми из вас, кто в Берлике у нас живет. В колхозе плохо с подготовкой к весне. Все на фронте, рук не хватает. Осенью мы посеяли мало. Совсем мало. Больше такого допустить нельзя. Если мы и этой весной не досеем, а в других колхозах положение не лучше, то не только не приблизим день победы над Гитлером, но можем даже отдалить его. Да, ребята, чтобы одолеть такую силищу, мало одних снарядов, нужен еще и хлеб. Я к вам пришел просить о помощи женщин к этой работе. Мы привлечь не можем. У них дел хватает. Отары, ферма. Так что надежда на вас, ребята. Вам к весне готовиться и пахать. А начинать пахоту будем в низинах. Ну, там, где снег раньше сойдет. А это отсюда не близко. Сами знаете. Аж на Аксае. Агай, вы с самолета прыгали, так ведь? Да. А не страшно вам было? Мы ведь прыгали с парашютом. Это, ну, вроде такой большой юрты. Мы знаем. Кино видели. Мы назывались десантом. Агай, а как это десантом? Десант — это такой отряд, который забрасывается в тыл к врагу для выполнения особого задания. Не поняли меня? Ну, вот, например, вас можно будет назвать десантом. Ура! Тихо, тихо. Что ж, ребята, давайте решать, кого в десант возьмем. Султан, смотри, что написал. Султан Мурат плюс Мирзагул. Ой, девочки, председатель едет. Джису, погоди, мне едет. Ура, ура, ребята! Ура, вперед! Победите! А ну, слезайте, председатель десантников повезет. Давай! Вытрякивайся! Опа! Поехали! Эй! Вы что, с ума посходили? Ах ты так! На, получай! Ну, петухи, прекратите сейчас же! Мырзагул его обидели! Жених вшивой! Немедленно прекратите! Ваши отцы сражаются на фронте.
А вы здесь хуже собак грызетесь. Стыдно. Девочки, садитесь. А с вами я завтра на конном дворе поговорю. Но! Вечно канатая подмазывается. А где мама? К соседям ушла. А зачем она туда пошла? Знаешь, Бешкемпир сегодня на фронт уезжает. Врешь. Голову наотрез. На, учебники домой отнеси. Они ведь совсем дети. Довольно, хватит. Сколько раз вам надо говорить, чтобы вы молчали? Зачем вы оскорбляете джигитов? Мы со Саналы, помню, в гражданскую были еще моложе, чем они. Верно я говорю? Верно. А умрут, слава им. Великая честь за родину свою, за землю своих отцов погибнуть. Мать должна гордиться таким сыном, а не слезы лить. Бешкемпир. Эй, Бешкемпир. Эй, малышок. Поп-поп-поп. Ну что ж, давай прощаться. Беш, отца там увидишь, скажи ему. Я теперь в колхозе работаю. Дома все хорошо. Мама скучает о нем. Я тоже. Ну, а ты, Беш, ты поосторожней. Ты же, ты мой друг. Ну, хватит. Хватит. Ну, перестань. Мне что-то тебе надо было сказать. А, сообразил. Брось за меня монету. Зря мы с тобой тогда. Ух, и глупые же были. А, я бросил бы сам. Да времени нету. Уезжаем сегодня в ночь. Свернуть к роднику не выйдет. Не беспокойся. Я сегодня до ночи на ферме дежурю. Говорят, воры объявились. Коров уводит. Может, врут. Ты меня не жди, детей уложи спать. Ладно. И керосин понапрасну не расходуй. Уроки сделаешь, сразу лампу туши. А я больше в школу не пойду. Это почему? Нам председатель поручил готовить десант. Какой исан? Ну, не исан, а десант. Пахать на Оксае, вот. А кто за сестренками присмотрит? Я день и ночь на ферме. А Джимурат присмотрит, что он маленький, что ли? Отец вернется, что я скажу? Твой сын бросил школу, не о чем вырос. Да отец вернется, мама. Отличником буду, я тебе обещаю. Дед, что с тобой? Ни письма, ни весточки от тебя нет.
Султан Мурат. Ну и засоня, вставай. Сын, а сын, вставай, говорю. А то я в город до вечера не доберусь. Быстренько собирайся. Ехать пора. Отец, а джики возьмем? Места не будет, из города груз везти. Съездит еще, успеет. Отец его в следующий раз с собой возьмет. А-а-а. Вот это тебе, сынок. Носи на здоровье. Отец твой еще и строя привез и велел до сегодняшнего дня не показывать. Настоящий хром. Не жмут? Нет. Нравится? Очень, мам. Что, жмут все-таки? Не, с непривычки, видать. Отец, а что, по-твоему, эта птичка поет? Что поет, спрашиваешь? Чу-чу, сарайгыр. Птичка воображает, будто бы она на свадьбу едет. Торопится птичка, вот и подгоняет коня своего солового. Чу-чу, сарайгыр. А вот и не так. Эта птичка играла на базаре в карты и чуть не выиграла 3 рубля. Радуется, чуть-чуть 3 рубля не выиграла, распевает. И долго она так петь будет? Пока деньги не выиграет. И когда же твоя птичка их выиграет? А когда твоя приедет на свадьбу. Ишь ты! Чу-чу, сарайгыр! Чу-чу, сарайгыр! Не гони, сынок, не гони. Тррр. Этих коней подгонять не нужно, они сами знают. И бегут, и тело берегут.
Идем, опоздали мы с тобой. Да куда же они? Постойте, идите сюда. Некогда нам. Идите. Лепешки-то возьмите, горяченькие. Скорей. Ты почему не в школе? О, ноги промочил. На камнях поскользнулся. Эй, Султанмурат! Здорово! Здорово! Десантникам привет! Султан, возьми меня в десант. Я тебе помогать буду. Еще чего, переобуйся, иди в школу. Ну что, тебе жалко? Я тоже не хочу учиться. А может, ты нарочно промочил ноги? Иди живо. Вредина. Ой, горе, горе. Еще один. Господи, да что ж такое? Ну чего уставились? Не видите? Коня от голода ноги не держат. Давай пошли, сюда. Давай. Эй, пешекул! Тут я, Саха. Давай по струнке. Поднимай. Потащи я под навес. Ну, давайте. Давайте, ребята. Ой, еще. Давайте. Нельзя его, беднягу, на земле оставлять, подохнет. Сейчас мы его на постромках подвесим. Да ведь это конь моего отца. Верно. Бекбаевский конь был, Чонтару. А он ходит и Солой, Чабдар. Молодец. Узнал отцовских коней. Вот и присмотри за ними. И еще пару возьми, какие приглянутся. Так, ребята. Вы тоже каждый берите по четверке. Каждый берет по четверке. Идите сюда. Ну, чего стоите? Ноги отнялись. Вы, может, думали, что вам тут сказочных тулпаров на расщелках удерживают? Выбирайте с края любых, не ошибетесь. И вот что, ребята. Десанту командир нужен. Предлагаю выбрать... командиром Султан Мурата. Как? Согласны? Это он командир. Тоже мне. Без командирства обойдусь. Будто я напрашиваюсь. Джусупагай, а Натай завидует. Он не любит Султан Мурата. А Натай надо в командиры. Он сильный. Ростом меньше, зато старше почти на год. Командиром будет Султан Мурат. А Натай будет Султан командиром. Мурат. А Натай! Да ну прекратите! А Натай будет тихо! Командиром. Построиться в шеренгу. Слушайте мой приказ. Командир Султан Мурат, его заместитель Анатай. На данный момент главное укрепление дисциплины и еще обязательно дружбы. Ребята, у троих из вас отцы на фронте. У двоих отцы погибли. Поэтому я отвечаю за вас головой. Они все на меня надеются. Слышите? Надеются и живые, и мертвые. И я принимаю на себя эту ответственность.
так как очень верю вам. Взяли! Еще раз взяли! Давай быстрее! Давай по новой! И взяли! Опа! Растяпа, ноги не держат! Эй, кто разрешил вам эти бревна трогать? Что вы тут затеяли? Кого спрашиваю? Аксакал, мы для коней ясли тут хотим поставить. Конюшни места вам мало? Им на солнце лучше будет. Отец всегда так делал. Верно. Чтоб сено мне не разбрасывать. Ясно вам? Оно сейчас дороже, чем золото. Ну ладно, давайте, работайте. Ах ты дурачок. Опять запутался. Ну-ка, давай ногу. Стой спокойно. Не балуй, кому говорят? Завидно, небось? На. Ильгеш, а? Сено подвезли? Не, не подвезли. Ах ты. Султанмурат! Эй, Султанмурат! Так. Ну что ж. Хорошо. Молодцы, не подвели. Быстро кони тело набирают. Только теперь смотрите, чтобы они не застоялись. Вы их выводите вон туда, в поле, и помаленьку проминайте на рысях раз в день. Раз помните, в день. Чтобы у меня скачек не устраивать. Что, мы маленькие? Нам это незачем. Пойди-ка сюда. Сеном плохо. Нигде пока достать не можем. Вот так. Председатель третьи сутки по району мотается. Эй, куда тащишь парня? Мало того, что мужья наши все на фронте. Десант им какой-то придумали. Ни в школу он не ходит теперь, ни дома его нет. Иди. Командир, слышь, давай быстрей. Нельзя быстрей. Да чего мы как черепахи ползем? Сказано, нельзя. О, наши девочки. С уроков идут. Смотрите, ребята, десантники! Стой, Натай! Стой, говорю! Ребята, помогайте мне! Очень больно. Да нет. Поехали. Натай, у твоего коня что-то с ногой. Чего? Где? Смотри. Это ты во всем виноват. Я ведь кричал тебе, стой. Нечего было обгонять. А тебе скакать нечего было. Ух ты, гад! Хватит, пустите! Что тут у вас случилось? Да вот, что с ногой не поймем. А что с ногой не поймете? Да я вас всех, сукины вы дети, под трибунал отправлю, мерзавцы! Шкуры спущу,
Стой! Стой, тебе говорю, вредитель! Стой! Стой! Не от тебя! На кого понадеялись паразиты? Коня загубили! Столько корму извели пустую. Им такое дело доверили. Стоишь? Смеешь мне в глаза смотреть? Ладно, остальное получишь, когда отец вернется. Да и что с тебя возьмешь, с пацана? Значит так, домой отправляйся. Ходи себе в школу на здоровье. Не дорос еще до серьезного дела. Вот так. Ой. Ну, где же ты пропадаешь? К нам гость приехал. Дядя! А, Султан Мурат. Султан вот Мурат, и братик гляди, твой пришел. Что у меня есть. Гляди, что у меня есть. Здравствуйте, дядя. Здравствуй. Вырос. Аджики, не шуми. Султан Мурат. У меня пистолет. А дядя нам керосин привез. Гляди. Султан Мурат, и тебе подарок есть. Смотрим. Спасибо, дядь. Как тебе к лицу? Не сейчас, на 1 мая наденешь. Руки вверх! Сдавайся! Отдай пистолет! Это мой! Отдай! Ну, погоди, погляжу! Ну, отдай! Отдай! Мне его дядя Султан привез. Мурат, отдай! Отдавай. И не стыдно тебе, взрослый парень! Отдай, отдай! Что, уже сильный поздно. Стал? Эй, отдай. Спать пора. Ну ладно, бери. Так, так, и верно. Так, так. Можно посмотреть, дядя? Так, так, так. Ну, хватит, иди ложись. Так, ну что тут пишут? Падение духа германской армии. Хорошо. Убийство Зои Космодемьянской. Недавнего офицера германской армии, убитого советскими бойцами, были найдены 6 фотографий, запечатлевших казнь бесстрашной Зои. На, комсомол, читай. Сестра, а? Может, парню хватит воили сидеть? Пусть живет у меня в городе, будет мне в чайхане помогать. Я из него человека сделаю. При тепле, при хлебе. Ты как, султан? И отец твой останется доволен. Хотя, честно сказать, он меня не очень любил. Когда бывал в городе, стороной объезжал мой дом. Ему не до того там было. Дела вечно. Разные поручения от колхоза. Да ведь я на него не обижаюсь. Нет у меня такой привычки. А вот я вчера к братцу нашему завернул. Попросил сена, он мне не дает. Я и не обиделся совсем. Что толку? Может, у него сено у самого кончается? Зима на исходе. Есть у него, есть. Точно, сам видел. Рехнулся он, что ли? На него это, знаешь, не похоже. Сено пожалел родному брату. Сказал, тебе не дам, лучше архаром скормлю. А у нас лошадей нечем кормить. Ты не сердись на брата. Да и сено, к чему тебе в городе? Коровы не держишь. Нужно. Продать.
здесь раздобыть сено? Где-нибудь можно? Опять не интересовалась этим. Дядя, нашему колхозу сено очень нужно, понимаете? Может, он нам даст? Чего ради давать? Это его сено. Своими руками накосил. В колхозе кони дохнут. Сейчас, племянник, время такое. Люди дохнут. Пойди расскажи дяде, а то он не знает. И пойду. Султан. Вот и иди. Пойду, пойду. А чё? Дорогу ты знаешь. А ну спать. Холоду-то напустили. Сынок, закрой дверь. Что это у вас за бабка? Мама говорит, пришлая. Отца обещала вылечить. Дунь. Уйдите. Дунь, милок, не отдачься, болезнь с тебя уйдет. Тогда ты, Дунь, держи. Ну что вы встали? Выходите, ребята. Изыди. Не робейте. Здравствуйте, Джусупагай. Здравствуйте. Здорово, здорово, ребята. Ну что, десантники, как дела? Докладывайте. Плохо, сена нету. Ничего, ребят. Сено мы непременно добудем. Ну-ка, уходите. Неужели не видите? Не ко времени вы. Не прогоняй, ребят. Не прогоняй. Придумаем что-нибудь. Не унывайте. В крайнем случае к народу обратимся. Помогут, думаю. Чем? Люди свой скот кукурузными бодыльями кормят. Ты уж прости меня, ничего больше нет. Угу. Не все. Угу. А у кого и остались какие крохи, не дадут. Почему не дадут? Вот у моего дяди Нургазы сена на зимовье очень много. Он бы дал. Джусупагай, можно мы съездим? Мы привезем. Привезем, Джусупагай. Не могу я отправлять вас в такую даль. А если опасность какая? Да мы не боимся. Горячий ты больно, парень. Вчера вы тоже погорячились. Что из этого вышло? Давайте сделаем так. Сегодня Джумалы свиней везет сдавать по мясопоставке. Вот с ним и поезжайте. О, эй, ты, как там тебя? Учти, на берданке сидишь, смотри, чтоб не выпало. Помощнички, чоу! О, Ширалга, охотник Ширалга. Сначала поздоровался бы. Ассалам алейкум. Держи. Спасибо. Спасибо тебе, добрый человек. Новой удачи! Так ему самому ничего не останется. Ширалга наш древний обычай. Если охотник своей добычей не поделится, удача отвернется от него. А ты смеяться, щенок. Чу! Клятый туман. Где едем, не пойму. Заблудились мы, что ли? Что такое? Чего? Чего было? Это не я. Это вот он. Чего?
Ничего, померещилось мне. Ах, тебе померещилось, так глаза протри. Навязали вас сопляков на мою голову. Чу! Смотрите, свет! Свет! Где? Где? Правда? Выбрались, наконец! Слава Богу! А то у меня душа, душа была прямо в пятки ушла. Чу! Потух? А может, это нас духи по горам водят? Заманивают? А, чумала-то? Мне бабушка рассказывала. Да замолчи ты! Болван! Бабушки, дедушки! Вот окочуримся здесь, так вспомнишь про свою бабушку? Заброшенная зимовка. Свет-то горел. Точно, я видел. Эй! Кто там? Мы Изаила Куркуреву! С дороги сбились! Со мной двое ребятишек! Ради всего святого, пусти в дом! Закоченели совсем! А больше с вами никого нет? Нет, нет, никого! Нет. Ассалам алейкум. Ну и мороз нынче. А ветер так до костей пробирает. Думал, совсем замерзнем. Ой, ой, чертова спина. Это просто повезло нам, надо же, в таком месте, куда даже ворон не залетает, человеческое жилье найти. Прошу. Пей сам. Нате. Бозо, брашка из проса. Пейте, пейте. Слушай, старик, ведь это ты в 33-м раскулачивал тестя моего, верно? Бог свидетель. Какой из меня начальник, посмотри. Куда едешь? А? Что везешь, говорю? А. Везу-то свиней. Тут один мужик русский есть. Хочу выменить на сено. Как же ты можешь пачкаться об этих гнусных тварей? Ведь ты мусульманин. Нужда заставила. Куда ж денешься?
Ну, а я, как вернусь домой, отмолю свой грех. Буду просить Аллаха, он мне его простит. Коня мы своего потеряли. По дороге сюда никого не встретили? Никого. Правда, не встретили? Или обманываешь меня? Обманываю кого? Защитников веры. А? Какие мы тебе защитники веры? Охотники мы. Не бойся, пошутил я. Убьют. Ну, довольно. Обогрелись, отдохнули. Езжайте своей дорогой. Да как же это? Да мы... Ладно, давай. Что вы, милый, не губите? Куда же мы сейчас в ночь? Дороги не знаем, пропадем. Дорогу мы покажем. Причитается старик Шералга. Бери. Бери. Обычай предков, святой обычай. Бери. И все-таки, мне кажется, я тебя где-то видел. Ну, ладно, езжайте. Чу. Чу! За люди были. Ой, не спрашивайте, не спрашивайте, ребята. Аллах беду отвел. Я у них винтовку видел. Им без винтовки нельзя. Не узнала меня. Ведь не тестя, а его мы раскулачивали. Того бородатого в 33-м. Чу. На Чаткале. Я там в голодные годы жил. У родственников жены. Как же они тут оказались? Так далеко от тех мест. Бродячие волки они. От власти прячутся. Эх, надо нам было захватить их винтовку. Раз, и арестовать. Чу. Пам, пам, хэнде-хох, руки вверх, сдавайте их. Доставай берданку, стреляй! Ну что ты там, султан Марат, держи. Дай-ка мне. Кажись, отбились. Давай больше. Сам управлюсь. Ты говоришь, молодцами держались? Да. Значит, уж это джигиты. Джигиты, джигиты. Вот, домой возьми. А ты здорово вымахал. Гляди, скоро женить будем. Будешь отцу писать, от меня привет передай. Мое место там, где твой отец. Да вот, понимаешь, за овцами смотреть оставили. Это вот с собой возьмете.
На крутом спуске колесо заклините, коням легче станет. Да, Ксакал знает. Нургазы, гляди, к тебе не нагрянули бы эти бандиты. Да, ну, они гораздо пугают стариков и детей. И то по ночам, а днем они носа не высунут. Я бы им тут показал. До свидания. Эй! До свидания, дядя. До свидания. До свидания. А, эх, и здорово. Султан Мурат! Эй! Что с тобой, мама? Не обращай внимания. Просто сынок приболела малость. Как ты? Съездил с толком? Да. Ну, а как там дядя Нургазы живет? Хорошо. Ага. Он привет передавал. Дал нам сено. Перед самым Маилом у телеги колесо сломалось. Пришлось ее оставить до утра. Здравствуйте, дядя. А я думал, вы уже уехали. Здрасте. Нет, утром собираюсь. Дай-ка огоньку. Со мной поедешь, племянник? Не поедет. Почему? Потому и хватит об этом. Сено украли. Подчистую. А где сено? Там его нет. Украли сено, Джису Пагай. Собирай людей. Надо разыскать воров. Да. Джису Пагай, как же теперь кони без сена? Сено будет. Сено достанем, друзья, хоть из-под земли. Ну что, мать-то? Сильно заболел? Лежит. Дома холодно, дров нет. Сатымкул, а ты в горы? Вот что. Есть. Можешь взять телегу и двигать с дровишками. Действуй. Что встал? Поезжай. Держи! Держи ее! Держи! Пошевелил. Стоишь, рот разинул. Зачем она тебе? Зачем, зачем? А? Зачем, зачем, говоришь? Шапку бы шили отцу в подарок. Такую, как у дяди Нуркерима. Что ты? Что с тобой? Ничего.
Ну ладно, перестань. Ты знаешь, я решил, когда вернется отец, жениться. Чего? Чего слышишь? Жениться? Да, если ты мне поможешь в одном деле. А какое дело? Нужно, чтобы письмо от меня девушке передал. А какой девушке? Письмо это надо передать, ну ты ее знаешь, Мурзагуль. Какая Мурзагуль? Та, что в вашем классе? Да. Ура! Я же ее знаю! Она такая, любит воображать, что очень красивая. Ну что ты кричишь? Ладно, ладно, не буду. Ты ее любишь, да? Как очерек и Симитей. Перестань. А что, нельзя говорить? А ты залезь на ту скалу и кричи. А вот и буду кричать. Вот, ты любишь Мурзагуль, а он любит Мурзагуль. Когда один обронит, мне обидеть, да? Ну подожди, он приедет, я ему все расскажу. Ну ладно, Аджике, не плачь. Ты не думай, я письмо твое передам, обязательно передам. Вот отзову ее на перемене и передам. Ты не думай, я никому не скажу, совсем никому. Даже маме, честное слово. Ты меня только на станцию возьми, мы с тобой на Чабдаре поскачем. Впереди всех, ведь теперь Чабдар и Чунтуру твои. Отдадим Чабдара отцу, а сами рядом побежим, хорошо? Хорошо, Джеки, только не плачь. Ладно. Обязательно поскачем. Дружно всем пойдем, всех фашистов разобьем. Ты не очень гони. Эти кони сами знают. И бегут, и тело берегут. Хорошо. Ответить на письмо? Знаешь, как пойдешь из школы, размахивай руками. Я тебя еще издали увижу. Я еще подпрыгивать буду. Ну ладно. А если не ответит, то пускай руки будут в карманах. Угу. Договорились? Договорились. Ну что? Спать будем. Не беспокойся, все сделаю. Председатель сена достал. Еще бы не здорово. Живем точно, Мурат. Главному начальнику пошел. Да как стукнет кулаком по столу. Не зря же наш председатель десантником был. Ох, он и боевой. Да, если бы сена не принесли, то бы нам было. Отдал письмо? Отдал. Еще не сказал? Нет. Ну ладно, иди домой. Мурзагуль. Дурак же я, Чабдар. Я ее мог видеть здесь каждый день. Ты чего тут? Да просто. Новость у меня есть для тебя. Ворота мы разыскали все-таки. Вот он, Вишенкул.
Джумадыл. Докладываю. Имею в наличии 4 подкованных коня. Трус, дурак последний. Трус. 4 исправных хомута. Трус. Эй, ты чего бормочешь? Да так, дурак я. 1 двухкорпусный плуг. Все подготовительные работы в пахоте выполнены. К выполнению дальнейших указаний готов. Эркенбек, докладывай. Докладываю. Имею в наличии 4 подкованных коня. 4 исправных хомута. 4 шли. Бедненький мой. 4 попоны. 1, 2, даже во сне про коней. Все подготовительные работы. Им бы еще в игры поиграть. Сиротинки. К выполнению дальнейших указаний готов. Становись на место. Скажу вам, ребята, прямо. Вы отлично потрудились. Спасибо. От имени правления колхоза, от имени всех наших колхозников, огромное спасибо вам. Теперь так. Завтра на Аксай. Ура! Снег там уже сошел. Чувствуете, даже у нас здесь в горах весной пахнет. Самое время начинать вспашку. Только вот что. Завтра на Аксай поедут не все. Ты и вот ты останетесь. Вам еще есть дело тут. Я хочу с ребятами. Можно, а? И нос не вешай. Через пару дней будете в полном боевом составе. Что, опять ничего не сказала? Ее 7 в школе не было. А что случилось? У нее брат Сарагул на фронт уезжает. Рубит, на войну уходит. Хочешь, чтобы им горемычным до самой победы дров хватило? Марзагуль, не плачь. Весной мы новые деревья посадим, вот увидишь. Сына. Будет жив сын, буду жив и я. Thank you.
Ты за брата бросила? Я хочу бросить за отца и Бишкемпира. И еще вернуть долги. Мирзагуль, ты мое письмо читала? Да. Они даже ответить не хотят. Да если б председатель меня не попросил, я б сроду сюда не приехала. Эй, мальчик, обедать! Иди, слышишь? Так давно не ел мяса. Хоть и жили сына, ничего. Где эта старуха его достала? Вчера охотники заезжали. Шералгу оставили. Я всю ночь как убитый спал, но ничего не слышал. Тихо, старуха. Она, наверное, сумасшедшая. Вчера пристала ко мне. На ваших конях жиру в два пальца. Таких, мол, на поминках резали. А жир ведрами черпали. Ведьма она. Как бы она наших коней не сглазила. С глаз это чепуха. Все равно ведьма. Я это еще тогда понял, у председателя. Ребята, а это, может, тот самый охотник? Эй, погоди! Давай к нам, охотник! Давай к нам, заворачивай! Эй, охотник, спасибо за шералгу! Тебе за шералгу спасибо! Ребята! Журавли! Журавли! Ой, вправду журавли! Смотрите! Журавли! Эркинбек! Ранние журавли, хорошая примета, урожай будет! Смотрите! Они садятся! Садятся! Thank you.
Шенкул, ты посмотри, как на ладони. Так подряд всех бы и снял этих придурков. Пу-пу. Брось ты это, не надо так шутить. На что они тебе? Они из нашего аила, Куркуреу. Еще увидят, узнать могут. Из Куркуреу, говоришь? Встречал я вроде твоих земляков. Эх, жаль, не сели. Здорово. Ассалам алейкум, Аксакал. Алейкум ассалам. Как доехали, Джамалета? Хорошо. Да поможет вам Бог, Пахари. Здравствуйте. Алейкум ассалам. Сено для коней привез. Еще дрова про запас. Председатель вот эту муку специально для вас приберег. Побуду с вами два дня и обратно в аил подамся. Эргеш, ребята, Джумадкул. Да все трое завтра с председателем едут. Ну, слава Аллаху, хоть сегодня явились вовремя. Обед готов, ешьте. Мне надо в аил, спешное дело. Вот. А ты, Джамалы, за лошадей не беспокойся. Но! 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 Тут за главного, чтобы мне никто не пикнул. Мы вас связали, вы здесь ни при чем. Запомните, вы ни за что отвечать не будете. Будете умными, все обойдется. А иначе передавлю, как щенят, если кто трепыхнется. Идем! Погнали коней. Что, по паре в повод возьмем? Всех погоним, когда еще такой случай подвернется. Помоги мне. Скорей, коней уводят. Да, хапанули. Нам этих молокососов Аллах послал. Есть! Есть он там наверху. А я уж думал, все, крышка нам. Милиция вложила, патроны на исходе, а тут на тебе бери. Теперь живем. Есть у меня в городе человек, сплавит коней куда надо. Думай, куда деньги будем складывать. Были бы деньги, а там нам никакой черт не страшен. Чепдар!
Вылез все же, ублюдок. Гони! Отжимурат! Отжимурат!